Аксанин. Разворачивается, О'Нил, дальше еще бросок в ближний, там Бабков прижимается к штанге, бросок Слезки, и вот теперь-то в воротах шайба. Да, шайба в воротах, но... Как он попал-то, шайба-то скакала, по-моему, с ребра даже он попал. Мы говорили, что у Склички хороший бросок, мы в этом раз, в лишний раз убедились. Потому что и Андриета, и Широков, и Мартынов, вот эти ребята, они уже наелись, только что была у них хорошая контратака, когда в стойку ворот шайба попала. Кстати, с того времени не было остановки. Ярик Урин на ваших экранах передачу отдавал вот это вот на пересменке. Подловили очень неплохо. И заброшенная шайба, подскачущая, хорошо Склеечка забрасывает. Давайте посмотрим. Это вторая шайба Давида Склеечки. 18 матчей он не забрасывал. Лидер по силовым приемам среди защитников.